Это диджей Виджиланд. Я прохожу Клайв Баркер проклятый. И мы удираем сейчас от этого призрака. Все, что ли, удрали тебя? Надеюсь. Мы взяли записку там с ключом рядом. Я подготовил ритуал, но не думаю, что у меня хватит духу совершить его. Да, он должен защитить мою семью, но риск слишком велик. Или я просто сомневаюсь в могуществе черной магии. Но как могут какие-то заклинания защитить от разбушевавшейся стихии? Если бы только существовал другой выход... Я боялся, что о ритуале могут проведать дети, но, скорее всего, мои страхи безосновательны. Вряд ли кто-то увидит, как я вхожу во вдовью башню. Это опасно, но все же я должен вновь зайти на вершину. Хотя бы для того, чтобы выяснить, насколько дурные последствия имело мое дилетантство. Уверен, что именно мое безответственное вмешательство привлекло внимание всех этих злобных духов. Надеюсь, магия эфирных ловушек защитит меня, если только мне удастся заманить в них призраков. Чем больше я углублюсь в изучение магии, тем страшнее мне становится. Да обретут защиту наши души. Слова Иосифа. Но не Кобзона, а Иосифа. Мы здесь уже ходили. Ой, чёрт. Ой, блин, напуга. Хотел туда прыгнуть. Ой, блин. Разбежался туда. Заперто. Ладно, так. На куда? О, аптечка. Нужен ключ. Ключ от... Точно, сюда надо ключ от мастерской. Не уверен, что нам туда. Закрыто. Не открывается. Это, наверное, вот эта дверь, вдовья башня там. Улетит в меня. Брайс. Мерзкое создание. Закрыто. Это не мне ключево. Ничего. Блин. Заперто. Не открывается. Заперто. Так, что у меня есть? Ну, ладно. Мерзкая пакостная голова. Не открывается. Это типа духи такие, что ли, злобные. Звук, такой звук этих...
цветков в саду, который был. Не открывается. Ага. Вот она, вдовья башня. Здрасте. Соскучился по этим вот, как собак с рогами, с когтями. Небесная в моих руках. Я чувствую, как она переполняет меня. Это заклинание будет отличным оружием, особенно в сочетании с уже имеющимся у меня арсеналом. Да мы вообще круты. У нас он сколько оружия. Все, все заклинания. Уважаемый мистер Ковенант, мы хотели бы выразить свою озабоченность по поводу вашего сына Амброзия. Амброзий исключен из школы Мак Кисик. Мы уже неоднократно писали вам о
не поддающим поведению вашего сына. Так что вас не должны удивить принятые нами меры. Он постоянно доставляет неприятности учителям и старшим ученикам. Я не стану перечислять все его безобразия, а лучше заострю ваше внимание на том, из-за чего мы решили исключить его. Задира и хвостун, Амброзий не только терроризировал многих учеников, но и воровал, дружил с хулиганами и постоянно врал. Тем не менее, последний случай выходит за всякие рамки. Ваш сын бесчеловечно жесток. Наш преподаватель, Тарвер, видел, как он мучил и калечил собаку. Амброзий спрятался в школьных кладовых, и Тарвер обнаружил его случайно. Услышав скулёж несчастного животного, он пошел посмотреть, в чем же дело. По словам Тарвера, он был потрясен жестокостью вашего сына и не видел иного выхода, кроме как оборвать муки несчастного животного. Почему ваш сын так поступает? Не наше дело, но... Такое поведение неприемлемо для ученика нашей школы. С уважением, Дэниел Р. Келлер, директор школы МакКисик. Ага, эта дверь была закрыта, мы... А, нет. А, это комната Иосифа. О, Иеремия. Лежит. Что ж, наверное, вот здесь и закончим. На такой дождливой ноте. Это был DJ Digital. Спасибо, кто смотрел. Пока.